Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили вас порадовать сюжетом о Чикагском автошоу, которое ежегодно проводится в выставочном центре McCormick Place в Чикаго. И это мероприятие привлекает ежегодно не только жителей города, но и соседей из различных штатов, которые прилегают к Иллинойсу. Данное мероприятие длится целую неделю и ждет гостей ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Билет стоит $12 для взрослого. Парковка здесь недорогая, $14 на целый день. На Чикагском автошоу представляют автомобили различные мировые производители, как американские, так и европейские. Ежегодно здесь некоторые из производителей делают мировые премьеры. И также и в этом году здесь были представлены впервые одни из автомобильных моделей. Также здесь одними так из хайлайтами мероприятия являются представления концепт-каров. Это такие автомобили с уникальной идеей, которые на самом деле не для массового производства, а просто несут с собой какую-то интересную концепцию. Очень интерактивное организованное мероприятие, и каждый год хочется отметить, что технологичность организации растет и растет, и в этом году не исключение, новый тренд, новая такая хай-тек фишечка, очень много charge station, это такие подзарядочные станции, где гости могут подзарядить свои телефоны, айпады, фотоаппараты, те девайсы, с которыми они пришли на мероприятие. Также здесь бесплатный Wi-Fi, все инсталляции здесь очень увлекательно, очень интересно. Все автомобили практически можно потрогать, можно многие модели попробовать на тест-драйве. Это одно из самых популярных автошоу в мире, Чикагское автошоу. И на самом деле очень длинная у него история, берет свое начало с 1901 года, уже более 100 лет. Ну и мы с вами с радостью поделимся тем, что нам удалось заснять. Продолжайте смотреть. Thank you.
Спасибо, что остаетесь с нами, спасибо, что подписываетесь на наш канал, следите за нашими новостями, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам нравится наше видео. Очень будем рады и дальше делиться с вами нашими сюжетами. Надеемся, вам понравилось. Всего доброго, счастливо, пока-пока!